Спокойно! Товарищи кадеты, на добрые фокусы вас благословляет Иерей Ковалев Иоанн. Офицеры, преподаватели, гости, родители, кадеты, братья и сестры, разрешите мне в этот ответственный и праздничный для вас день и подать вам благословение, благословение на добрые мысли и добрые дела. Из доброго слушания, добрые дела, от избытка сердца, говоря Христа. И хочу, чтобы вот слова, которые вы сегодня сказали, вот эта клятва была не только для вас вот памятной, но и руководством в дальнейшей жизни, а точнее служению, потому что ваша учеба, она в будущем будет служение народу, отечеству, ближнему. Вижу, что перед нами сегодня строй мужественный, целеустремленный, защитник. Головные уборы! Святых заветов. Вы должны быть готовыми к тому, чтобы приумножить и передать будущим поколениям на вечные времена духовное наследие воинских патриотических традиций. Нет большей чести, чем служба на боевых постах Родины. Вам слово, кадеты. Мы, кадеты, сердце гордо и радостно бьется, как награда нам звание, а оно только лучшим дается. Каждый день, каждый наш помысел чист. Мы отчизне верны, иного не знаем. Потому, что прекрасный кадетский девиз руку к сердцу прижал, повторяем. Он молитва нашей жизни. Мы верны всегда ей. Жизнь! Отчизне! Честь! Никому! Клянемся! 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 Дорогие друзья, звучит гимн Минского городского кадетского училища. Кто поет? Кадеты.
играет ваш оркестр, в строю стоят кадеты, белые фуражки на головы надеты. В глазах задоры скрыться, сравнение на знания, внушение рассчитие, теперь мое призвание. От дождего порога идет на жизнь дорога, мы попрощались с детства, да здравствует кадетство, внимание в кадет. Ранение на здание, служение отчизне, теперь мое призвание. Служение отчизне, теперь мое призвание. Детского училища родные места и стены, весна пришло в рождение, и в жизни перемены. От солнца нас связали мы, школьную со службой, и пронесем через года кадетскую дружбу. Дождьего порога идет наша дорога, мы попрощались с детства, да здравствует кадетство, дева-дева кадет, ранение на знание, служение отчизне, теперь мое призвание, служение отчизне, теперь мое призвание. Когда учебы курсантами мы станем, кадетское училище не раз оно помянет, и верными останемся годам кадетской дружбы, что нам путем туда не мир настоящий глупый. От отчего порога ведет наша дорога, мы попрощались с детства, да здравствует кадетство, дева-дева кадет. Ранение на знание, служение отчизне, теперь мое призвание, служение отчизне, теперь мое призвание. От дождьего порога ведет наша дорога, мы попрощались с детства, да здравствует кадетство, дева-дева кадет. Ранение на знание, служение отчизне, теперь мое призвание, служение отчизне. Торжественный митинг, посвященный принятию учащихся Минского городского кадетского училища, кадеты, объявляется открытым. Это не просто произнесение каких-то слов, а момент приобщения к кадетскому движению.
самого начала учебного года вы готовились к этому важному событию в вашей жизни. Знаешь, кадетам, это не просто на дверь службы. Это не боятся службы, даже дружбой, упорно и настойчиво учиться, уверенно идти к своей цели. Помните, люди, кадеты Минского городского кадетского училища, на вас будут равняться ваши ровесники, неужели иди в школу города? Да, говорит, красиво. Скажите, дорогие ребята, обучение кадетского училища на требовании каждой группы не нужно успеть в современной стране. Поздравляю вас с приятным кадетским ребятам. Успехов в учебе и службе, педагогам, терпения и мудрости, воспитанию будущих защитных артистов. Пожелаю добиться успехов в учебе, обучения настоящих тюрьмы людей и состоящих выборов. Я не услышу, что он слышится, он так ходил. Дорогие друзья, в этот торжественный день вас поздравляет заместитель председателя Республиканского совета общественного объединения Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы полковник в отставке Владимир Леонидович Никулин. Дорогие ребята, товарищи коллеги, нам Награждается медалью за служение Родине с детства учащийся Минского городского кадетского училища кадет Михайлов Владислав Александр Кухаренко. Ко мне. Кадет Угольник Захар Васильевич, ко мне. Кадет Багрицевич Михаил Андреевич. Кроме того, за высокий вклад в систему кадетского образования медалью за верность кадетскому делу награждается Потеева Ольга Константиновна. Евгений
Исходя из моего личного опыта, хочу сказать, что это одновременно довольно сложный, но очень интересный период жизни. Я хочу вам пожелать состояться в этом училище. Сейчас училище является местом для ваших достижений, и дерзайте. Погорите все, что сможете покорить. Что не сможете, оставьте другим своим товарищам. У вас все получится. Спасибо администрации училища, спасибо преподавателям нашим дорогим, которые помогали нам все это время, которым вы также будете благодарны, когда будете приходить в наше училище после выпуска. Поверьте, это время очень быстро пройдет, и очень скоро вы будете стоять на допросу также, только уже на церемонии выпуска. Возьмите из этого училища как можно больше. Служите нашей Родине. Спасибо. Но мне не в этом страх. Курочка на макушке, погоны на плечах. Всегда моя петришка по форме я одет. Вчера простой парнишка, сегодня я кадет. Того, что распирает, растет авторитет. Девчонки замирают, когда идет кадет. Того, что распирает, растет авторитет. Девчонки замирают, когда идет кадет. Волнуется семья, но мы герои внуки и ты пьем пьян. А сидя по дорогу, друзья, к сомнению нет. Всегда шагает в ногу и держит строй конец. Дела идут отлично, мальчишки смотрят след. Казаться согритмично, печатая совет. Дела идут отлично, мальчишки смотрят след. Казаться согритмично, печатая совет. Примером урок и марш прошел. При встречах офицеров беру под козырек. Кадет уже немало, но знаю я одно, что стану генералом когда-нибудь потом. Кадет расскажет внуку, что главное для нас здорово наука и родины приказ. Кадет расскажет внуку, что главное для нас здорово наука и родины приказ. Yeah.
развернется. Разводим. Раздаленный ввод сейчас развернется. Давайте быстро.